Здравствуйте, Аманда. Коннор, рада тебя видеть. Поздравляю тебя, Коннор. Найти Девианта было очень непросто. Его допрос ты провел очень грамотно. Я очень тобой довольна, Коннор. Спасибо, Аманда. Мы попросили полицию отправить его к нам для исследования. Это даст нам ценную информацию. Допрос был очень непростым. Что ты думаешь о Девианте? После насилия со стороны хозяина андроид демонстрировал признаки посттравматического синдрома, как будто ему переписали программу. Этот лейтенант Андерсон был назначен вести дела о девиантах. Что ты о нем думаешь? Он раздражителен, имеет проблемы в общении. Но, полагаю, он был хорошим детективом. Интригующая личность. К сожалению, нам придется с ним работать. Каким будет оптимальный подход? Я постараюсь наладить с ним дружеские отношения. Если добьюсь его доверия, это поможет расследованию. Все больше андроидов демонстрируют признаки девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасны. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. Вы можете на меня положиться. Торопись, Коннор. Времени мало. Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? Да. Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. Простите, в какое время обычно приходит лейтенант Андерсон? Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится до полудня. Спасибо.
Рад вас видеть, лейтенант. О, господи. Хэнк! Иди-ка сюда! Дело в андроидах каждый день. Раньше это были единичные случаи. Ну, какая-нибудь бабка потеряла горничную, вся такая хрень. Но теперь речь идет о нападениях и даже убийствах, как, например, вчера. Это уже касается не только Киберлайф. Это уголовное расследование, надо что-то делать, пока мы не в полной жопе. Я поручаю тебе эти дела, выясни, есть ли связь. Почему я? Почему ты на меня это вешаешь? Из всех копов в стране я хуже всех подхожу для этой работы. Да я ни хера не знаю об андроидах, Джеффри. Я едва могу телефон свой настроить. Но все перегружены. И я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня! Просто никто не хочет заниматься этими гребаными андроидами. Вот ты и спихиваешь на меня. Из Киберлайф прислали андроида в помощь расследованию. Это революционный прототип. Будет твоим напарником. Нет уж нахрен! Не нужен мне напарник, а уж особенно пластмассовый урод. Хэнк, давай-ка не испытывай мое терпение. Я тут старший по званию, и ты должен меня слушать, не забыв заткнуть свою пасть. Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, а? Ладно. Я сделаю вид, что не слышал, чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело, которое уже тянет на толстенный роман. И этот разговор закончен. Бесит. Что я тебе сделал? Вот что. Мне надоело слушать твое нытье. Либо иди работай, либо значок на стол. А теперь, если позволишь, я делом займусь. Ну ты погляди. Наш дорогой пластиковый детектив снова вернулся. Поздравляю со вчерашним, весьма впечатляет. Приветствую, детектив Рид. Я такого еще не видел. Что за модель? РК-800. Я прототип. Ах, прототип. Робот-детектив. Машина скоро нас всех заменит. Так что ли? Эй, сделай мне кофе у шлепок. Ну что стоишь? Извините. Я подчиняюсь только лейтенанту Андерсону. Если бы Хэнк вчера не влез, я бы тебе объяснил, что людей надо слушаться. Держись подальше. В другой раз. И я тебя жалеть не буду. Что этот революционный прототип будет непосредственно участвовать в расследовании преступлений. Мы обратились в Киберлайф за комментарием, но в компании заявили, что все заняты. Первая книга, написанная искусственным интеллектом, не успела выйти, а уже пользуется буквально оглушительным успехом. Мечтают ли люди о теплокровных овцах? Этот роман уже стал главным бестселлером. Более того, критики в один голос хвалят оригинальность и необыкновенную глубину этой первой работы. Новое детище Киберлайф.
Искусственный интеллект Вольтер несколько месяцев анализировал предпочтения людей в социальных сетях и, наконец, с помощью сложных алгоритмов написал сюжет этого романа. Многие специалисты считают, что человеку будет сложно тягаться с такими алгоритмами на литературной стезе. И весьма вероятно, в недалеком будущем большая часть книг будет написана компьютерным интеллектом. Они уничтожат меня. Мне жаль. Я этого не хотел. Но помочь я не в силах. Я знаю, ты что-то скрываешь. Я должен узнать, что, пока тебя не забрали. Ты сделал скульптуру. Расскажи мне о ней. Меня ждет смерть. Открывайте камеру! Скорей! Позвоню в Киберлайф. Пускай уберут. Короче, нужна экспертиза. Ладно, я запрошу. Для меня честь работать с вами, лейтенант. Мы будем отличной командой. Так или иначе, я хочу сказать, что очень рад работать с вами. Мы будем отличной командой. Могу ли я занять какой-нибудь стол? Вот этот ничей.
У вас есть собака, да? С чего ты взял? На кресле собачья шерсть. Люблю собак. Как зовут вашу? Тебе-то что? Сумо. Сумо зовут. За детройтские машины болеете? Картер вчера забросил 53% мячей из-за трехочковой линии. Смотрели матч? Вот его-то я вчера в баре и смотрел. О. Вы давно знаете капитана Фаулера? Да, слишком. Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе. Наслаждайся. .243 досье. Первое 9 месяцев назад. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. Вчера модель AX-400 напала на человека. Думаю, с этого будет целесообразно начать. Понимаю, у вас проблемы личного характера, лейтенант. Но вам следует от них отвлечься и... Эй, ты ни хрена обо мне не знаешь. Я тебе не друг, и советы свои держи при себе. Меня назначили выполнять расследование, а не сидеть и ждать, пока у вас возникнет желание поработать.
Слышь, говнюк, была бы моя воля, я бы всех вас сунул башкой в помойку и поджег. Так что лучше не зли меня. Не то очень пожалеешь. Лейтенант, простите, что отвлекаю. Есть информация о модели АХ-400, вчера напавшей на человека. Ее недавно видели в Ривенделе. Хорошо. Thank you.